Меня зовут Осина Татьяна Владимировна. Я член Азарии, 21 год. В моей семье преснопорствует зависимости. Я дочка алкоголика, жена алкоголика, я мать наркомана. И, как я говорю, люблю говорить, да, в моей семье все бросили употреблять. Это говорит о папе, который умер в 61 год, о муже, который умер в 61 год. И вот теперь сын 16 лет в программе, и я 21 год в программе. Вот мы тут вот выздоравливаем. И абсолютно все уже в чистоте и, так скажем, надеюсь, что в трезвости. Почему я говорю, что надеюсь? Потому что выздоровление от зависимости и созависимости – это такой непростой путь, он не белая такая прямая дорожка, она такая немножко витиеватая, петельками, если вы заметили, то она такая бывает. Раз, и обратно возвращаешься, опять двигаешься. Но главное, что это всегда поступательное движение. Вот сейчас перед лекцией говорила, что в программу можно войти один раз, потом она начинает работать в тебе, идти. И всячески на лекциях стараюсь вас научить идти быстрее, потому что выздоравливать годами неохота. И когда говорят в год шаг, меня всегда это вот очень коробит, потому что это 12 лет выздоровления, а жить когда? Понятно, со своей теперь высоты 20 лет выздоровления могу сказать, да, когда там что хорошо срабатывало. Но тоже, я 21, он 16, видите разницу, да? Чего он не в первый же день после меня пошел, и не во второй? А разница? Да? Потому что 5 лет вот работы над собой и работы в семье. И очень все непросто. Если будут вопросы, это отдельная тема, да, я, естественно, на вопросы ваши отвечу в конце лекции. А сейчас у нас лекция называется «12 шагов и развивающий диалог». Такую похожую лекцию я читала. И она есть там у нас в ВКонтакте висит, и, может быть, вы ее посмотрели. И тогда я говорила о сходстве и дополнении одного метода другим. Сегодня я хочу поговорить о различиях и о том, где что эффективнее применить, на каком методе лучше начать и как лучше продвинуться. Потому что действительно они очень хорошо друг друга дополняют, и сейчас вы это поймете из того, что мы будем с вами вместе исследовать, да, и ваши примеры приводить. На данный момент есть вопросы? Значит, чем я занимаюсь? Ну, после вступления в программу, когда меня выучил Лихтарников быть специалистом по зависимостям и созависимостям, я потом выучилась на психолога, и теперь я называю семейный психолог, расстановщик по Хеллингеру, это следующее образование. И дальше я, конечно, мотиватор на лечение и специалист по зависимостям. То есть я не говорю, что я заменяю сообщество. Ни в коем случае. Вот работу в сообществе в бесплатных группах не заменит никакой психолог. Никогда не думайте об этом. Что я буду ходить к психологу, и я там выздоровлю. Или кто-то из моих близких, там, предположим, мой больной химически зависимый, будет ходить к психотерапевту или психологу, он его вылечит. Нет. И вы знаете, кодировка, подшивка, химзащита – это все не лечение. Это все прерывание употребления. И когда человек прервал употребление, он живет, естественно, в зубы, в ситуации, да? Напряжение. А напряжение – это уже не выздоровление. Но об этом будем в июле говорить. Любовь Ивановна меня всегда подвигает на всякие лекции. В июле я буду об этом говорить, что такое выздоровление. А сегодня 12 шагов и развивающий диалог. 12 шагов мы с вами все знаем. Здесь присутствуют люди, которые знакомы с программой. Правильно? Если кто-то не помнит, что такое 12 шагов, то они тут все время висят. Нужно их учить наизусть. Но когда их читаешь, не очень понимаешь, и что? Да? Прочитал, и что? Это же только перечень каких-то понятий. Давайте мы с вами немножко вспомним, какая суть вообще каждого шага и что это значит. 12-шаговая программа. По ней выздоравливают все сообщества почти 100 лет. Помните, что почти 100 лет? Изобретены шаги в 1935 году. И дальше все сообщества и все реабилитационные центры мира используют шаги. Если это даже не очень совсем там шаговые центры, то все равно там заповеди, все понятно, да? К какому-то шагу они относятся. Но это обязательно действие. Шаг – это шагнуть. Вот это понятно? Это не просто посидеть и подумать. Это не просто посидеть и пописать или почитать. А это шагнуть. Тогда, как вы думаете, что у нас будет в первом шаге с вами? Какой шаг? Мы что должны сделать? Принять бессилие – это как? Это что сделать? Перестать делать то, что я делала раньше. Потому что все, что я делала, привело к нулю. Вот ничего. Не получилось ничего. И надо признать, что да, у меня не получается. Я не знаю, что делать. Я перестаю это делать.
В общем, останавливаюсь, что очень непросто, потому что нас же учили, кто ешь ныне ты, давай, давай, ты главная, ну, еще родственники все. Если вы вот мама или жена, ты же мама, ты же жена, ты-то вообще трезвая, ты-то вообще можешь. И тогда вот эта сверхответственность, да, все время нас подвигает что-то опять начинать делать, суетиться. У нас девиз с вами Элануна и Нарануна – не суетись. Значит, перестать что-то делать и признать, что у меня с этим проблема. У меня проблема. Не у моего близкого проблема. Ну, это алкоголик, наркоман, возможно, там, и игроман, не знаю, кто у вас еще может быть, да, токсикоман, может быть, да, еще что-то. А у меня проблема. Какая? То есть, по крайней мере, может быть, даже не очень ее пока сформулировать, но уже сказать себе, что-то не то вообще. Что-то со мной все-таки не то. Это не в смысле обвинения себя, что я какая-то плохая или больная. Просто я очень не люблю созависимость называть болезнью, хотя она признана там, в международном классификаторе болезни, это описано, потому что есть признаки, есть там, да, выздоровление, все это описано. Но это с точки зрения, вот, может быть, медиков, да? А с нашей точки зрения, это вообще сильная психологическая защита, она позволила нам выжить там, где выжить было невозможно. Созависимыми мы стали не когда наш близкий начал употреблять, а когда мы выбрали этого мужа или воспитали такого ребенка. Она началась не тогда, а началась гораздо раньше, когда складывается характер. Как зависимая, так и созависимая личность начинается, когда складывается характер. Даже до года у ребенка можно определить, насколько он уже созависим, и насколько он уже в группе риска, и будет ли в его жизни все гладко, или ему нужна помощь. Вообще, вы знаете, в детских садах грамотные педагоги, они все говорят, любому ребенку нашему в наше время нужна помощь. Почему? Очень много стресса, очень мало любви, и всем некогда, и очень много вот таких вот рисковых вещей, которые заставляют попасть в какую-то трудность. Значит, сказать «да» проблеме, сказать, что она у меня есть, перестать делать то, что я делала, и, естественно, двинуться ко второму шагу, потому что зависать вот на этом вот, на такой вот беспомощности, бессилии, отрицании, отделении, тут очень много в первом шаге, масса понятий, если взять грамотную литературу, там это все есть. Там 10 понятий в первом шаге. Там и треугольник Карпмана, потакатель, провокатор, жертва. Там и отделение, отрицание, бессилие, беспомощность, контроль над собой, контроль за другими людьми, прекращение его, неуправляемость. Там все это есть, и вопросы по этим шагам все есть. И литература, слава богу, есть. Значит, первый шаг, сказали «да». А во втором шаге что надо сделать? Поверить, что есть кто-то сильнее меня, кто может мне помочь. По крайней мере, попробовать попросить помощи. Ведь созависимость, как такой основной признак ее, мы что делаем? Мы замыкаемся в себе и не просим о помощи. Мы даже закрываемся от того, где кто-то говорит, с тобой что-то не так, может быть, тебе что-то надо? Мы говорим, не-не, все нормально, все хорошо. Вот когда человек, видно, что с ним нехорошо, он говорит, у меня все нормально, понимаете, да? Как будто пограничное состояние, уже как это, психиатрия начинается. На самом деле нет, это созависимость. Она нас закрывает, чтобы не было больно, потому что очень боимся боли. Что сейчас кто-то скажет, у тебя здесь плохо, а у нас действительно там плохо, и тогда эта внутренняя боль отзовется. Вот во втором шаге попросить помощи, конечно, там, где безопасно. Там, где примут. Потому что всем подряд рассказывают, что у меня проблема в семье, у меня кто-то пьет, или кто-то наркоманит, или кто-то играет, или кто-то у меня ворует, или кто-то в тюрьму сел. Ну какой смысл? Люди же, ну, чем помогут? Естественно, можно рассказывать в сообществе, там, где такие же, как ты, либо с очень близкими людьми, которые прошли этот же путь, может быть. Либо такая закадычная подруга, которая вот действительно примет все. У меня таких подруг немного. Вот, например, у меня, да, даже из тех, с которыми я росла в детстве, вот школьные мои подруги не знают. У меня есть одна, которая действительно знала весь этот путь, и была рядом, и, в общем, информацию это получала. Ну, еще была одна на работе. Вот уж какие природные такие данные были у этого человека, потому что он выслушал меня каждое утро, и как умерла. Он никогда этого не вспоминал, мне не тыкал никогда, и, естественно, никогда не распространял эту информацию обо мне дальше. Потому что самое страшное еще, на тебя будут тыкать пальцем. Я заметила в свое время, когда я выступила по телевидению, и открыто сказала, кто я. Ну и меня, конечно, многие увидели, да, это пятый канал. Я помню, как изменились глаза в мою сторону, сослуживцы. Но тогда мне было уже все равно, я тогда в программе уже была несколько лет. А если бы это было на начальном этапе моего выздоровления, мне бы было тяжело, что люди на меня теперь смотрят как на дефективную, что я такая.
Значит, второй шаг – попросить помощи там, где безопасно, там, где комфортно. И в конце концов, помощь у нас может быть через высшую силу, как мы ее понимаем в программе. Вы понимаете, да, у каждого своя. Вы можете верить в свое, в какую-то, да, быть в своей концессии, может быть, да, своя высшая сила, как вы ее понимаете, многие верят в какой-то вселенский разум, там, да, какой-то творец, ну, то как. Это действительно никого не ограничивает, так что ложилось это на душу. А еще очень хороший помощник – это листок бумажки, которому можно доверить вообще все. Можно все маты сюда сложить, можно все горести, боль сюда сложить, можно отпустить руку, она начнет рисовать что-то. И это можно все разорвать, сжечь, выбросить и никогда никому не показывать. Вот это тоже хороший помощник. Вы вообще имеете в виду, что это с нами круглосуточно? И даже на работе можно, даже на совещании это где-то там пописать, порисовать что-то. И даже сидя, да, в середине рабочего дня, пописал, порисовал, разорвал меленько. И даже вот этот жест, вот это разорвать меленько, это тоже уже выздоровление. И выкинуть. В третьем шаге что? Уже придется отпускать. Уже придется довериться. А с доверием у нас очень нехорошо. Помните, мы созависимыми стали еще там, в раннем детстве, которое мы не помним до 4 лет. И поэтому вот это довериться и отдать самое дорогое, за что сейчас отвечали. Всю свою жизнь отвечали, держали, только на себе несли, и вдруг отдать. Очень непросто. Поэтому, естественно, сделав первые два шага. Вот невозможно третий шаг сделать без первого или без второго. Вы имейте в виду, шаги не зря написаны с 1 по 12, и только так их можно пройти, и никак иначе. Мало того, если какой-то шаг не идет, вернись на шаг назад, а может быть на два шага назад, и снова сделай. Потому что вот так проскочить поверхностно, это будет не выздоровление, а просто, да, как это, верхушек нахватались. Значит, определила проблему, поняла, кто мне поможет, и тогда тому, кто мне поможет, кому я теперь уже знаю кто, я могу довериться. Чаще всего советую своим клиентам написать записочку. А все твоя воля. Я тебе вот это отдаю. Прям конкретно свою проблему. Что у меня волнует в данный момент. Предположим, я все время контролирую. Я все время думаю. Или я все время на страницу захожу. Или я все время звоню. Или я все время слежу. Включен телефон, не включен. Или я все время слушаю через стенку, что там происходит. Одна из анонимных рассказывала, говорит, все время слушала и прям стакан представляла. И прям и один раз даже розетку разобрала, чтобы слушать внимательно. Говорит, пока ухо уже не рвануло током, тогда поняла, что-то я не то делаю. К розетке ухом. Понятно? Слушала, чего там за стенкой он делает. Вот они, наши-то, любимцы-то. Чего он там делает? Пришел, не пришел. Употребил, не употребил. С кем разговаривает? Влюбился, не влюбился. Кого привел, не привел. Ну, обычно же это все. Это же все наше. Значит, вот сделав три шага, можно стать таким, знаете, чистым, что называется. Что называется с точки зрения наркоманов и алкоголиков, чистым. В вашем представлении, что такое чистота? Не употреблять психоактивные вещества. Либо не быть в том же поведении, в котором был раньше. То есть, если у меня компьютерная зависимость, то я уже не зависаю. Если у меня телевизионная зависимость, то я уже опять не зависаю. Если у меня зависимость от шоколада, то, в общем, даже при наличии его в доме, я его туда пачками. Если у меня пищевая зависимость, то я уже неуправляемо не употребляю. А если у меня созависимость, то в чем будет чистота? Я уже перестаю контролировать зависимого. Ну, настолько, насколько могу. Понятно, мы не станем идеальной после третьего шага, но уже меньше, мне уже легче. Я уже не умираю от того, что я не контролирую. Хотя бы так. Я уже от этого не умираю. Но на третьем шаге, вот многие центры выпускают, да, три шага прошли, выпускают в жизнь. Созависимых, к сожалению, нет реабилитационных центров, значит, сами проходим. Но не останавливайтесь на третьем. Это не выздоровление. Можно, конечно, раз, два, три, раз, два, три, всю жизнь, раз, два, три. Но тогда это не выздоровление. Это десятилетиями сидеть на группе и все раз, два, три. Мне плохо, я опять пришла на группу. Мне плохо, я опять побежала на группу. Тогда это будет не в год шаг, а, в общем, 10 лет все одно и то же. Придется делать четвертый. И что в вашем представлении сделать четвертый? Мы вот сегодня перед группой говорили. Вот на наших ребятах, да, на наших родственниках химически зависимых, очень все понятно.
если они сделали третий, они сохраняют чистоту, но поведение все еще то же, и взгляд тот же, и мышление тоже, только что не употребляют. Только им, вот они могут справиться с, да, что у них этого нет внутри. Но они еще не трезвые. Вот чистота и трезвость отличаются, это понятно? Чистота это не употребление, просто нет химического вещества внутри. А трезвость это что? Совершенно другое мышление. Мышление, поведение и вообще лицо другое. Взгляд другой. Многие говорят, вот как доказать, что я выздоравливаю? Или как я пойму, что он выздоравливает, если он со мной рядом не живет, и я не могу проследить, там я не взяла у него там мочу, кровь на анализ и прочее. На самом деле изменится лицо и изменится поведение. Я вот когда мы здесь сидели в Азарии, мы сидели там маленько в кабинетике у выхода, и те же ребята в разном состоянии приходят на группу. Кто-то вообще не трезвый сегодня, вообще не чистый, пришел от стены к стене. Кто-то со вчерашнего, это, естественно, тоже не трезвый. Но когда-то я столкнулась, что у них был какой-то праздник, и они вот убирали за собой, а тут этого, ну, руководства не было, и я здесь была. И я поняла, вот они, трезвые мальчики, которые извинялись, которые спрашивали. Вот это совершенно другие глаза, другое поведение, совершенно другие, хотя они не сообщество, все те же. Значит, как сделать четвертый шаг? Что именно в вашем представлении сделать? Там хорошо написано глубоко и бесстрашно. Ну, в этом и есть ответ. Со страхами работать и поменять ценности. То есть, если я раньше на одних ценностях выздоравливала или не выздоравливала, жила одними ценностями определенными, то теперь мне придется глубоко посмотреть на это и поменять. То есть, если мне что-то было дорого одно, мне придется расставить приоритеты. Ну, и в основном это о чем? Что будет главным приоритетом при выздоровлении в четвертом шаге? Я сама. Собственная ценность. Потому что очень многие, даже совершенно не члены сообщества, и люди, в общем, не осознающие свою созависимость. Ну, знаете, американцы посчитали, 98% населения Земли созависимы. Не факт, что они живут с алкоголиками, наркоманами или там, да, а это вот просто созависимость, потому что нас так воспитывают. Подавление, нелюбви и там прочее, там причины другие. Про причины это отдельная тема. И я не ценна ни себе, ни другим. Если даже меня еще другие, может быть, ценят, там на работе, подружки, может быть, мама меня ценит, то я это себя не ценю. Вот мы сегодня на работе спросили, говорим, ну себе-то что купил на день рождения? Мы вместе. Сегодня день рождения? Она говорит, не, я еще не подумала. У нее сегодня день рождения. Она подумала про всех. Она кипятила чаю, тортов напекла, принесла, всех угощает. В общем, вторая половина дня. Она еще не подумала, чего она себе подарит. Понимаете, в чем признак? Ну, я сама такая же, но у меня очень понятно все, родное все. Не цена сама по себе себе. Многие говорят, эгоистичная программа, эгоцентризм там развивается. Кто такой эгоист? Он недолюбленный изначально. Еще? Он не любит себя. То есть у него здесь дырка. Он эту дырку прекрасно ощущает. У нас у вас у всех с вами, вы периодически чувствуете такую пустоту внутри, особенно в стрессовых ситуациях, в острых, когда никто не помогает, может быть, ничего не получается. То вот эту пустоту хочется за счет других заполнить. А человек, который любит себя, у него здесь что? Любовь. У него здесь тепло, светло. Если он это достиг с помощью высшей силы, то это совсем хорошо, потому что у него здесь еще и высшая сила. И тогда он способен давать. Возлюби ближнего, как себя самого, это будет. Он себя любит и дает другим. Совершенно другой эффект, понятно? Отсюда сюда. Причем проваливается и как не было. Там я, как говорю, кастрюлька с дыркой, и все это утекает. Туда сколько ни клади, все мимо. Это вот у наших тоже, ребята, это тоже заметно. Либо наоборот, у меня здесь есть, я готова давать. Я не говорю, что к концу четвертого шага вы прям такая вот светлая станете, потому что там еще шагов немного. Но, по крайней мере, вот это утекать должно перестать. Ценность должна поменяться. Ценность себя, ставить себя на первое место. Естественно, дающая, даю другим, и тогда способна помочь зависимым, которые рядом со мной. Только тогда, когда я набрала силу. Тогда пятый шаг что? Что надо сделать?
признались перед Богом, собой, другим человеком. Ну, перед Богом мы признаемся, когда мы четвертый делаем. В общем, он рядом, он все видит, слышит. Я тут пишу, да, и все понятно. Перед собой тоже честно на себя посмотреть и честно себе признаться. Может быть, очень много чем. А вот перед другим человеком обычно у нас опять затык. Как мы помощи не можем у другого человека попросить, так и признаться перед другим. И опять же, там, где безопасно, и там, где примут. То есть это можно на группе. Очень хорошо, когда есть малые группы, в которых пишут шаги. Тогда там вообще такая доверительная обстановка организуется. Вообще вот это изобретение малых групп, это питерское вообще изобретение. Если собираются малые группы, вы всегда туда вписываетесь, с удовольствием занимаетесь столько, сколько вы успеете. Сколько сможете. Прийти на группу на большую, искать девочки, или там и мальчики, может быть, есть, искать. Давайте организуем малую группу. Раз, два, три, сколько? Четыре человека. Ну, обычно не больше, потому что времени же надо много. Там же шаги пишешь, а потом зачитываешь. Берем задание, берем себе литературу любую, какая наша. Вот сегодня по коде показывали книжку, можно там, хоть по анонимному наркоману взять. Взяли, берем несколько первых вопросов, 5-6, сколько по силам. Договариваемся о встрече, лучше через неделю, лучше раз в неделю. И через неделю все зачитываем ответы, свои конкретные примеры на эти вопросы. Вот так работает малая группа. Ну, кто-то отвечает за помещение, кто-то отвечает за информацию. Ну, слава богу, теперь есть. Есть в интернете, я знаю, группа. И тоже зачитывают шаги прямо в интернете. Так что ищите. И либо сами организуйте, либо ищите. И тогда это такое хорошее продвижение. То есть, кроме того, что вы входите в большую группу, и вам 3 минуты или 5 минут дадут высказаться, да, и послушать еще 25 человек, которые туда пришли. Еще вот малая группа, в которой я зачитаю конкретно свои примеры, и это будет закрытая группа, потому что она как организуется, она закрывается, потом туда нельзя попасть просто так. Из нее там можно выйти, если не там перенести. Значит, вот четвертый шаг, лучше всего зачитывать, либо спонсору, к четвертому шагу, по идее, вы должны найти спонсора в сообществе, либо в малой группе. К четвертому шагу обязательно. Вот первые три шага вы можете делать еще немножко сами, там, куркаясь. С помощью группы, там, спрашивая всех. А к четвертому никуда не деться. Четвертый шаг обязательно делается со спонсором. Там, конечно, скорость больше, жесткости больше. Я понимаю, что там срабатывает. И там молодежь очень хорошо у нас идет. Я даже подозреваю, что там хорошо выздоравливают те, кто сразу взялся. Это боюсь. А вот по большой, ну, в общем, не буду судить, да, не буду судить, это вот, если ложиться на душу, можете там. Сегодня рассказываю о сути шагов, чтобы это к вам пришло в жизни, как норма жизни. Почему я сказала, да, вступив в программу однажды, она в вас начнет работать. Потому что важно научиться так по ней выздоравливать, чтобы она работала сама во мне. Я только ее вспоминаю, и она сразу срабатывает. Четвертый шаг, да, поняла чего. Пятый, призналась перед другими людьми. Вот это, ну, случайно можно вообще к психологу пойти, который вот он что-то понимает. Сказать, я хочу вам четвертый шаг почитать. Идете, читаете, если уж некому совсем. Что в шестом? В пятом, кроме того, что я прописала, кроме того, что я себе призналась честно и призналась Богу, потому что, ну, верю, что присутствует при этом, я другому человеку тоже зачитала, призналась перед другим человеком, то есть вынесла из себя наружу, не в конце, а перед. Перед тем, как вы начинаете работу по четвертому шагу, уже найдите спонсора. Либо того человека, которому будете это зачитывать, который вас по нему поведет. Но если нет спонсора, например, ну никак, бывает так, не найти спонсора. Значит, нужно найти доверенное лицо, которому я буду это зачитывать, которое меня, ну, которое в этом понимает и которое меня проведет по этому. То есть я почему об этом говорю? Есть психологи, которые подготовлены, ну, тоже такие же, да, программные. Ну, есть вообще, да, вот интернет-группа, в конце концов. Ну, что-то, да, помощь. Понятно, четвертый, пятый шаг? Связка. Всегда в связке. Шестой. Полностью. Подготовились к тому, чтобы... Да, вот это что сделать полностью? Ну, самому решить, что ты, в общем-то, чего. Уже к концу пятого шага, когда я уже переоценила все, приняла, в конце концов, сказала всему «да». Когда я кому-то призналась, у меня в голове появляется видение вопроса. Я какая? То есть не мой зависимый тут весь плохой и вообще принес эту проблему в семью. А на самом деле я тоже поучаствовала без всякого чувства вины. И я вижу,
какие мои дефекты характера, в этом поучаствовали и участвуют, возможно, дальше. Потому что характер изменить можно с помощью 12 шаговой программы, но это не то, что вот так, раз, и я другая. Я, конечно, двигаюсь, да, я меняю поведение. Сначала поменяется поведение, потом поменяется мышление. Ну, то есть, когда уже тут булькает, уже успеваешь... Когда уже тут глаза начинают, уже... Вот уже успеваешь в туалет убежать, называется. Не выплеснуть это на близкого или еще на кого-то. Потому что мы же с вами созависимые везде. Мы же не только дома созависимы. Мы и на работе, мы и с другими людьми, мы и в магазине, и с подружками. Созависимость, она везде. Как стресс, так, пожалуйста. Мы в свое время Лихтаренкова спросили. Ну, хорошо, говорит, с зависимыми понятно. Им не надо употреблять психоактивные вещества, не надо их держать дома. Да? Наркоману нельзя дома держать запас. Алкоголику нельзя дома бутылки держать. Ну и лучше не ходить в те места, где пьют и где наркоманят, да? А нам-то что делать? У нас-то вещество внутри. Нам-то куда его девать? Оно же булькает, оно там привыкло. Это же гормональный обмен. Вообще серьезные вещи. И он нам сказал, не попадать в стрессовые ситуации. Говорю, вот нормально. Это как? Не попадать в стрессовые ситуации? Ты только вышел, только вот если на машине, вы знаете, на дороге вообще все время стресс. Если ты где-то куда-то пошел, либо чего-то нет, либо чего-то не дали, либо не добиться, либо еще чего-нибудь. Это как? То есть уметь справляться со стрессом, не разрушая себя. Это очень важная вещь для созависимого. Чтобы вот этот мой гормональный обмен, который гонит тревожность, может быть, сверху, да, ответственность какую-то, злобу там какую-то невозможную, который гонит наши эмоции, который клинит голову, вот это уметь с этим справляться. Я почему вам показываю? Они вот уже в теле тут булькают, а ты это дело, оп, и другое место. Ну, а потом, конечно, по мере работы по программе становишься другой, новый. Вот этот маятник, который во всех лекциях, да, вот эмоциональный маятник, да, от горя, от боли, да, тут же смеха и какого-то шуток непонятно. Потом опять вот спокойствие никак не достигается. Все, вот проскакиваешь это спокойствие, опять все тебе не так. Мало того, сообщающие сосуды, наверное, да, в литературе где-то видели. Если одному весело, другому сразу не весело, потом настроение другому испортил, сразу у тебя повысилось настроение, тоже замечательно. Это вот в больных семьях, вот так все. Вот этот гонит эмоции, гонит эмоции. Значит, в шестом шаге я уже вижу, что у меня с эмоциями, что у меня с характером, что у меня с дефектами, как я себя веду, как я выплескиваю. Я уже очень хорошо все вижу. Полностью это я уже сделала перечень, с чем мне дальше поработать. Но чем хорошо выздоровали по программе? Седьмой-то шаг тоже впереди. И я смиренно прошу опять помочь мне. Вышую силу, группу, малую группу, спонсора, бумагу. Опять у меня все это есть. Весь рычаг у меня есть. Что в вашем представлении смиренно? Там основное слово это смиренно. Мир себе. Да. То есть, не возмущаясь, не ставь без сверхзадачу, без всякого упрямства уже, а вот достаточно таким внутренним миром. Многие через церковь достигают это, и очень хорошо, если там получается, это здорово. Ну, это если у нас это есть в практике, в семье, может быть, да, кто-то это имеет. В основном все приходящие программы начинают как раз искать свою высшую силу, чтобы она помогала. Это как раз здесь такой происходит грамотный поиск. Значит, смириться и работать со смирением. Почитать, может быть, тоже литературу, что, как это называется, что этим является, как это сделать. Дальше восьмой. Вот там понятно, что сделать. Там прям написано. Список. Составляю список людей, которым нанесла вред. Не я, конечно, а моя болезнь, да? Потому что это проявление моей болезни. Проявление болезни моих близких, моего химически зависимого, все понятно. Мы уже видим, как она там ворочает. А вот как моя болезнь себя ведет, и какой она вред наносит, и обязательно в этом списке первое я. Первое я, потому что вред я прежде всего нанесла себе, своим поведением, своим, ну, образом жизни, вот этим, своей неценностью, ставя всех выше себя, может быть, слишком много работая, мало отдыхая, вот этой слежкой бесконечной, или вот чем там еще, зацикленностью, грузим тоже других. Вот список, только список, и опять есть девятый шаг – отдать. И возмещать ущерб только где это возможно.
Помните, вот там очень важная приписка, не нанося вред себе или кому-либо другому. Вот это самое главное, чтобы вы не понеслись сразу всем, говорить, ой, я тогда у тебя это, ой, я тогда у тебя то, ой, я поняла вот это. Вот этот ажиотаж не нужен, и очень многие делают через церковь, потому что многие людям, кому мы вред нанесли, уже нет живых, или с нами они уже не в отношениях. Либо они в таких отношениях, когда мы уже не можем взаимодействовать. И очень многие люди девятый шаг делают через церковь. То есть исповедуются, ну и всячески что-то делают, как могут. Не забывайте. Десятый. Вот десятый я называю это работа над ошибками. То есть вы начинаете, начиная с первого, все ли я сделала. Потому что с высоты десятого шага можно уже понять. Доделала ли я первый, или я все еще там продолжаю чего-то. Понятно ли мне с высшей силой? Действительно ли она у меня есть? Я действительно на нее опираюсь или как? Понятно с третьим? Удается ли мне отдавать вовремя, сразу? В четвертом, возможно, я что-то не доделала, потому что первый раз, пройдя четвертый, это бывает такой поверхностной работой. Важно, насколько качественно я это сделала. Насколько я начала меняться, и тогда я уже вижу следующего. И уже мне не надо там переделать лишний раз. Я уже вижу и уже начинаю делать по программе. В общем, такая работа над ошибками, по каждому шажку что-то сделать. Это десятый. Кроме того, что люди делают десятый шаг, помните, долго по программе. То есть каждый день есть списочек вопросов на десятый шаг, и каждый день я свой итоговую работу за день делаю по десятому шагу. Это тоже очень хорошо. То есть я расту, потому что каждый день подвожу итоги. Одиннадцатый, вот он, возможно, самый интересный, потому что начинаешь взаимодействовать со знаками высшей силы. Что она мне говорит, почему она мне посылает именно эту ситуацию, именно в это время, почему именно мне. И если вы научитесь вот это понимать, быстро осознавать и менять свое поведение, то тогда одиннадцатый шаг сделан. Ну, кроме того, что есть вопросы, конечно, можно по вопросам прописать, чтобы лучше понимать суть этого вопроса. И что мы делаем в двенадцатом? Служим. То есть, если вы в сообществе, то вам разрешат открыть дверь, погреть чайник, собрать деньги, может быть, принести сушки, сухари. Провести собрание через некоторое время. То есть отдавать те знания, которые есть. А если вы, ну, не каждый же день, да, на группе, то как в реальной жизни сделать 12 шаг? Нести весть. То есть если вы видите, что какому-то человеку нужна помощь, или, ну, хорошо бы ему тоже, да, дать, либо дать литературу почитать, либо дать информацию, но без всякого туда вложения. Эмоции, что я тебя сведу, только я знаю, куда тебе, только я знаю, как тебе лучше. Вот это опять первый шаг. Опять здравствуйте. То есть делаем это только там, где действительно можем, где можем не подключиться эмоционально. Ну и, конечно, если пришел новичок на собрание, то его подхватить. Ему объяснить, что тут как вообще делается-то. Как люди вообще выздоравливают-то в сообществе. Потому что человек, пришедший первый раз, он ничего не понимает. Собралась куча народу, все сидят, времени мало, час всего на всех. Дали 3 минуты, там проревела, продышала и не успела ничего сказать. Первый раз точно ничего не высказаться. Остальные что-то говорят все разные, непонятно чего. Как тут выздоравливать вообще? Потому что на группе-то не говорят ни про литературу, ни про малые группы, ни про спонсора. Это все же после группы, за чаем. А кто скажет за чаем, если не вы, те, которые уже справились? Поэтому новичку подойти и объяснить, как тут происходит выздоровление. И все это на вашей ответственности. Понимаете, как вообще, почему долго происходит? Потому что темп только ваш. Вот насколько могу, настолько и делаю. Насколько времени есть, насколько спонсора нашла, тот ли спонсор, который бывает, да, подошел, не подошел, может быть, куда-то уехал, или сам не прошел еще дальше по шагам. И не очень бывает получается. То есть 12 шагов – это чисто ваша работа, достаточно трудоемкая, но эффективная. Потому что потом, когда ты прошел, ты начинаешь так жить. Это стиль жизни твой такой. Думать ни о чем не надо. Оно работает вот, ну как, заполнил схему и работает. О чем же тогда развивающий диалог? Вообще, знаете, что такое развивающий диалог? Что это метод? Ну, это передача ответственности одной из. Значит, я, конечно, принесла схемки развивающую диалогу, но даже смотря на эту схемку, то есть, когда вы подходите к десятому шагу, вы понимаете, что нужно подводить какие-то немножко итоги уже. Я уже все прошла,
И у меня уже 10-й шаг. То есть там есть вопросы, в 10-м шаге есть вопросы. И на них можно отвечать каждый день, к вечеру, например, за целый день. Кого я сегодня это? Что я сегодня это? Как я сегодня по-новому это? Или по-старому? Вот такая, да, переоценка каждого дня. Но кроме этого я предлагаю переоценить весь свой опыт, как я прошла шаги. То есть вернуться и посмотреть. По первому шагу, тогда, когда я делала, я все доделала? Или у меня есть места, где у меня не получается? Ну, предположим, я своего близкого химически зависимого уже не контролирую. Я уже там отпустила, уже там в реп-центр куда-то там попала, или что-то такое, сам пошел на группы. Но я продолжаю маму контролировать, например. Или там еще кого-нибудь. Я все время туда лезу. Или я тут переключилась на какого-то своего мужа или любимого человека и начинаю тут страдать. То есть тут я перестала страдать, а тут дальше. Или наоборот по новой. Уже отсюда туда. Мы же очень легко, да, как вот наши ребята, да, вот эти метадоновые всякие замещающие программы, это же все вот об этом, это все от лукавого называется. Значит, надо прекратить употреблять везде. То есть везде перестать гнать этот свой гормон, который мне мешает жить. Который клинит, помните, он клинит. Пока работают чувства, не работает интеллект. Все эту схему помните? Вот в каких-то этих лекциях кто-то читает. Значит, у нас с вами дан интеллект. Для чего? Мы с вами в любой ситуации, в любой момент времени можем принять новое решение. Даже если мы вчера делали так, мы сегодня можем делать по-другому. Вот для этого интеллект. Здоровая личность за 5 минут находит 20 вариантов решения вопроса. Через 5 минут еще 20. Представляете? Новых 20. Не то, что как всегда я сидела и слушала, и все время сижу напряжена, жду, когда позвонят. А я могу совершенно по-другому поступить. И есть эмоции, которые, по идее, от мыслей возникают эмоции. Ну, такая, в общем, общая схема. А у созависимого чего? Сплошные эмоции. А интеллект чего? Подавлен. Это действительно так. Ну, эмоции – это ведущая железа, вырабатывает много гормона. Это химическое вещество, которое выплескивается в кровь. И в этот момент мысли никакие не идут. Вот это. Ну, какая-то ведущая гормональная железа. Уж какая у вас, да, у каждого своя. У кого-то гормон злости гонит все время, злая до невозможности, хожу на всех, бросаю, всех поливаю, все плохие, от президента до соседей и дальше больше. У кого-то гормон страха, все в тревоге ходят и все трясутся до невозможности. У кого и другое периодически. Я не буду вот всякие химические эти штуки, но вы сами угадаете, как у вас ваша созависимость происходит. Но то, что вы в этот момент не трезвы, это точно совершенно замечательно. Вот с высоты своих 20 лет выздоровления я понимаю, зачем Бог это создал. Вот если считать, что это рабочая схема, да, вот это обычная у людей рабочая схема. Я все думаю, зачем высшая сила так создала? 98% проблемного населения Земли. Как вы думаете? Да. Чтобы пришли к Богу. У него не было другого способа нашу душу заставить работать. Потому что если бы мы с вами сидели спокойно совершенно, то точно не росли. Вот были бы на одном уровне все и дальше не развивались. Развитие идет через это, через проблему, что называется. Он специально это создал. Ну, это ладно. Он создал и создал, наше с вами дело выздоравливать. Почему? Вообще, почему человек попадает в созависимость? Ведь какие люди более созависимые, какие менее? Но я бы не сказала, что психика сдвинутая. Я бы сказала, что очень яркая эмоциональная личность. Ну, это есть нервная. Вот высокий гормональный обмен. Быстро. Быстро очень гормоны вырабатываются, их много. И вот мы с вами как боль, так и радость, как яркость жизни, мы все воспринимаем очень ярко. И поскольку мы вот были такие, даже очень маленькие, мы родились такие, это наследуется вообще, гормональный обмен, он наследуется, да. То невозможно было выжить, не поставив сильную психологическую защиту. Иначе бы мы там разрушились от страха, от ужаса, от того, что происходило, потому что мы с вами родились еще и дисфункциональной темой. Где кто-то либо орал, либо употреблял, либо бросал, либо отвергал, либо недолюбил. Ну, у каждого свое. И поэтому выработалась вот эта сильная психологическая защита, созависимость, которая нас спасла. Мы там не стали ни сумасшедшими, ни невротики никакие, мы вот это вот обереглись. Но теперь, когда я в этой броне хожу, я с маской на лице, читали вот эту роль в семье, эти маски-то, да, у всех описано. У меня все время застывшее выражение лицом. И я себе не даю чувствовать то, что чувствую. Я это скрываю всячески, скрываю, прячу, туда. И потом так в болячке выливается. Почему созависимость считается тоже смертельным заболеванием?
Потому что с вами нет психоактивного вещества. Это вот ребята тут резкие передозы. А мы? У нас язвы, инфаркты, инсульты, гипертония наша, плохие сосуды, диабет. Ну, все, что сильно на нервной почве. Хотя все болезни от нервов, это вы знаете. Даже на сорок. Вот как. Значит, эмоции нам мешают жить. Мы с вами что в программе делаем? Учимся этим управлять. Осознавая, что да, я такая. Я эмоционально яркая. У меня это очень быстро. У меня очень ярко. Я среагирую обязательно ярче, чем другие. Есть люди, которым все равно, а я нет. Я зацеплюсь. Но я умею этим управлять. Я умею это разрядить, не накопить в правильный русло, потому что я человек программный. Мне высшая сила помогает, я доверяю, она у меня есть. И я себя долюбила, и высшая сила меня долюбила. Но очень много чего мне позволяет 12 шагов сделать. Это действительно стиль жизни. То есть люди, прошедшие у меня, например, вот, я тоже да, по 12 шагам работаю на своих группах. Я ни в коем случае не заменяю сообщество. У меня вот быстрее всех идут, мне часто приходят и говорят, как сделать быстрее, как продвинуться по программе быстрее. Я говорю, сообщество только столько раз, сколько ты можешь в неделю. Ну, жить же когда-то надо, когда-то сварить, есть, поработать. Значит, вот столько раз, сколько можешь. И ко мне хотя бы раз в неделю на группу. И дальше можно и когда-то сделать расстановку еще. И когда-то, вот когда тяжело, индивидуальное что-то там вот бывает, что прям никак не продвинуться. И на группе зачитала, и тут, и все не понимаю, почему. Бывает, приходит химический зависимый. Вот на четвертом шаге часто приходит. Почему у меня вот это? Почему я тут сорвался? Почему я тут вот никак не смог? И мы находим причину, и тогда дальше двинулся человек. И, естественно, писать шаги, и писать дневник чувств, и справляться с эмоциями. Иначе они же не дадут программу усваивать. То есть эмоции – это основная причина, почему человек становится созависимым. Кроме того, что он родился в дисфункциональной семье, это что? Нам вовремя очень много стресса и не передали ответственность за наши потребности. Своевременно. Либо кто-то был созависимый, кто отнимал ответственность, либо кто-то был зависимый, вообще все плохо. И тогда больше ответственности, чем мы могли перенести. И тогда себя немножко забываешь. Вот то, что мы с вами себя недолюбили, это вот нам не вовремя. Нас не научили не любить, не брать вовремя ответственность, да, не заботиться о себе, не осознавать потребности. Потому что когда начинаешь эти потребности прописывать, вообще жизнь меняется. Это такая хорошая работа вообще пописать потребности. Понятно, что с этим? Значит, теперь развивающий диалог. Если вы никогда не видели схему, конечно, я так сейчас схематично ее нарисую. Значит, в развивающем диалоге считается, что человек как личность по праву рождения. Это не когда он что-то заслужил, завоевал, достиг, а уже пусть внутриутробно. И вы знаете, сейчас это очень, очень хорошо в нашей культуре, когда беременная женщина уже имеет значение, ее учат разговаривать с ребенком внутриутробно, да, его любить и всячески всех близких к этому подключать, да, чтобы он был долюбленный уже там. То есть он личность тогда по праву зачатия получается, да? И как основное из лепестков это любовь, естественно, безусловная. Что знаете о безусловной любви? Ну, пока маленький, действительно, срыгнул, орёт всю ночь, не знаю, там, живот болит, под себя ходит, все равно любим. А потом у нас она куда-то девается. Потом становится должен. Ну, с нас требует, и мы требуем. То есть, безусловная любовь куда-то утрачивается. А вот здесь, как лепесток, да, этого цветка, она должна остаться. Принимаю любого, в любом состоянии. Естественно, умею разделить заболевание и своего близкого. Вот люблю своего близкого, заболевание ненавижу. Ну, вот эта вот программа учит разделить. Вот есть проявление заболевания, а есть эти ушки, эти глазки, которые я родила, я вырастила, или я полюбила, я с этим живу. И выражается она в таких словах, как вижу, слышу, чувствую. Я бы еще сюда добавила, понимаю и принимаю, потому что программа именно, да, учит принять таким, какой он есть. Да, болеет, но не виноват. Помните программу Миннесота? Вот если где-то почитали, то вот в этой программе Миннесота, это американцы придумали, да? Нет вины больного, не сам начал,
есть определенные причины и есть способ выздоровления. Ну, там схематично, там на самом деле больше немножко. Вот это лепесток любви. Еще очень важный лепесток в развивающем диалоге – это эффективный контакт. Что знаете о контакте? Контакт – это что? Общение. Это общение, это прежде всего вербальное, да, общение. А мы обычно как? Посуду моем, разговариваем. Тут по телефону, тут же еще тебе чего-то. Вот у нас обычно так. Орем через комнату, супер, вот манипуляция у нас. Общее, такое для всех. Значит, не смотрим, не глядим. И вообще это интересные факты, тоже американцы изучили. Сидит большая семья, много детей, родители сидят за одним столом. И мальчик-наркоман пулится прямо при них, они никто не замечают. Это вот они ВКонтакте привыкли жить вот так. Не вижу, не слышу. А уж теперь все сидят вот так. В планшетах, мобильниках и бог знает чем, в компьютере. Естественно, там можно не только колоться, там можно умереть прямо здесь. Значит, эффективный контакт, это когда я тебя вижу. Не смотрю, а вижу. Не слушаю, а слышу. Правильно? И когда я на тебя вообще смотрю, когда я стараюсь тебя услышать, понять, что ты говоришь. То есть эффективный контакт. Вот кто взял, да, схему развивающего диалога, это я смотрю на тебя с интересом, я слушаю тебя с интересом. Это истинное проявление интереса к тебе. Некоторые говорят, как проявлять интерес без контроля. Есть такое у вас? Или вам понятно, как интерес без контроля? Потому что, по идее, вопросы могут быть одни и те же. Что-то да вложено в слова. Если я с тобой разговариваю, да, вот вы говорили, эффективный контакт – это вербальный. Что-то да вложено. Если контроль, то вложено чего? Страх. Мы контролируем с вами из страха. А что там, а как там, а вдруг? А если я не поконтролирую, то что? На страх. А если я в эффективном контакте, то вложено интерес, доверие, да. То есть чувство другого плана чувства. И тогда ребята, которые рядом, я все на них ссылаюсь, да, может быть, у вас там мужья, они чувствуют. Они очень тонко чувствуют, они еще тоньше нас чувствуют. Вы знаете, там компьютер, который разведет вас всегда на что угодно. У меня сын, когда с репцентра вышел, он сказал, никогда не мечтай, что ты меня, ну как, поймаешь. Я всегда тебя разведу. И я это знаю, я до сих пор это знаю, что он всегда меня разведет. У них так работает мозг. Лучше нас гораздо. Значит, какой еще может быть контакт, кроме разговора? Да, можно прислониться, можно потрогать, можно обняться. Теперь, ходя в сообщество, вы знаете, можно обниматься. Это самое эффективное. Можно слушать, да, внимательно вслушиваясь, можно смотреть, разговаривать. А еще может быть контакт душой, сердца. Ну, это вот, когда на расстановке по Хеллингеру ходите, вы понимаете, как это контакт душой. А вообще можно научиться, потому что если что-то случилось, у вас сердце-то ёкает. Все равно. Вы знаете. А теперь мобильник позволяет все это проверить. Что там случилось? Вот интересно. Есть еще два лепестка, тоже очень важных. И один из них – уважение. Что знаете об уважении? Человек важен. Очень правильно, что в слове уважения основной корень – это важен. И тогда можно уважать ребенка, который еще не родился. Он уже личность, по праву рождения, Бог вложил душу, и я его уже уважаю. Даже если он ничего еще не сделал, никак еще не осчастливил. И через что это проявляется в развивающем диалоге? Через соблюдение прав. Ладно, я напишу права. А права у нас с вами у всех одинаковые. У маленьких, у стареньких. У взрослых, у не очень взрослых, у зависимых, у больных. У всех одинаковые права, потому что личность имеет одинаковые права. И Билль о правах, который зафиксирован там, да, в Международной конвенции, это все об этом. Можно, конечно, и о других правах подумать. И подумать, какие права у меня в семье и какие права у моих близких в семье. И вы можете увидеть, насколько разница. Особенно, когда кто-то пьет, наркоманит, деньги украл. Уже полиция за ним гонится, адвокатов надо нанимать. Или вообще все из дома вынес.
Вот вы увидите, насколько я уже перестаю уважать и соблюдать права. И тогда это нарушение философии развивающего диалога. Сейчас вернусь к тому, что я с этим делать, пока теория идет. Значит, вот здесь отказ от ожиданий. Вот этот лепесток. Отказ от ожиданий. Откуда они вообще берутся, эти ожидания? От собственной фантазии. Мы с вами на самом деле очень много придумываем. Если сын, то должен, если дочь, то должна. Ну как наши дети должны? Хорошо учиться, уважать старших, красиво одеваться, да, заниматься спортом, достигать чего-то, потом институт, потом жениться удачно, потом детей родить и вообще продлить наш род. И это все ожидания. А у них есть права. Они имеют право выбрать другой совершенно путь развития. Или не выбрать путь развития вообще. Что, в общем, очень страшно, как, да, мать, если я родила, так мне хочется. Ну, от мужей у нас вообще муж должен приносить зарплату, отзваниваться 5 раз в день, говорить мне ласковые слова, любить меня бесконечно. Вот если брать, да? И так у нас везде. Ну, от нас ожидали. Мы откуда эту схему-то взяли? Мы же не сами ее придумали. От нас-то ожидали все. Родители, воспитатели, бабушки, дедушки, все взрослые, которые вокруг нас окружали, все от нас ожидают. Все воспитывают, все нагнетают. Ну и мы дальше автоматом начинаем. Думаем, что так правильно. На самом деле, отказ от ожиданий. Отказаться очень непросто. Сначала начинайте с того, что возьмите побольше листов, потому что я помню, что когда женщина пришла, вот ожидания она прописала на группу. У нее 6 таких вот было, с двух сторон исписано ожиданий. К одному человеку. К одному. Можно от себя, кстати, я говорю, написать ожидания. Там тоже интересно будет. Вы от себя ожидаете определенных вещей. И вот с этим потом можно поработать. Вот когда смотрите американские фильмы, ну или вообще западные, помните, там какая-нибудь убийца, какая-нибудь такая гадина последняя, там всех повзрывал, а когда его полиция арестовывает, она ему держит головку и говорит вот это, да, вы имеете право, да, чтобы не треснулся прям даже об эту машинку. Прям вот это соблюдение прав. Вот нам прям показывают, как это соблюдать права. То есть он все равно, его тут вот разорвать мало, а его вот... головку взял, чтобы он не треснулся. Вот это так соблюдение прав. Очень непросто. И если вы начинаете работать по развивающему диалогу, посадите себя сюда сначала. И сделайте это по отношению к себе. И вот только тогда вы сможете посмотреть на своего близкого другими глазами. Когда я поняла, что я тоже личность. Потому что у нас же в начале программы, помните, я не личность, меня вообще нет. Есть кто угодно. Есть проблема, есть тот, кто гонит эту проблему, есть те, кто участвует в этом, есть те, кто меня заставляет что-то, а вот меня нету. А когда вы здесь появитесь, когда вы поймете, что я себя уважаю, и мои права выше, на данный момент для меня самое главное — соблюсти мои права в себе. Когда я с собой в контакте, когда я себя чувствую, когда я себе сама интересна, когда я уже не ожидаю ничего ни от себя, ни от других, и когда я люблю безусловно себя, этого недостаточно, там еще 2 лепестка, то тогда будет проще посмотреть на других. Я вам сейчас даю теорию очень непростую, потому что развивающий диалог надо осваивать. Я знаю, что Чеснокова читает лекции, но не знаю, вот в какие дни часы, конечно, можно, наверное, найти и тоже к ней пойти на занятия. Можно на мои группы, потому что я обязательно сочетаю 12-шаговую программу с развивающим диалогом. Сейчас объясню, почему. И вот отказ от ожиданий, легче всего отказаться через веру. В развивающем диалоге нет высшей силы, как вы ее понимаете, то есть это в программе есть. В развивающем диалоге об этом не говорится, но мне легче всего через веру, конечно, ту, которая 12-шаговая программа. Вот если я Богу доверяю, если у меня она есть, это высшая сила, на которую я опираюсь. Я только тогда могу от этого отказаться, опираясь на нее. А так невозможно. Для меня это просто невозможно. Потому что приучили, и ловишься все время на этом. О, это мои ожидания. Кстати говоря, с вами гнев испытываем только в 2 случаях. Когда наши права нарушаются, либо когда ожидания не сбылись. И других причин нет. И тогда можно избавиться от вообще от гневливости, от вот этих протеста бесконечного, вот этого... насилие даже, потому что от гнева дальше будет много чего. И еще 2 лепестка, которые тоже есть в развивающем диалоге, это смирение. Это к какому шагу? 7-му. Смирение. И смирение здесь. Это отказ от гордыни, естественно, да, кто входит в церковь, вы знаете. И это звучит так. Я не знаю.
Я не знаю, как правильно. Я исследую каждую ситуацию в своей жизни. Как только вы знаете, как правильно, пошла гордыня, смирение нету. Седьмой шаг не идет. Надо написать «я не знаю» или «сами знаю». Я не знаю. И еще один шаг. Или, да, лепесток. Это благодарность. Как вы думаете, к какому шагу отнесется благодарность? К 12-му, естественно. А еще к какому? Не надо, вот в первом нифига мы не благодарны никому и не заставишь ни за что. Там одно насилие над собой в первом шаге. А насилие воли там его. В девятом. Понятно, почему в девятом? Возмещаем ущерб. И если даже мы кого-то обидели, или нас даже кто-то обидел, мы благодарны тому, что произошло. Высшая сила дала ситуацию, значит, меня это изменило. И хорошо. Вот. Это очень может быть непросто на данный момент. Вот здесь благодарность. И звучит она так. Признаю, даю позитивную обратную связь. Ну, естественно, вербально, невербально. Понятно, словами или другими знаками. Как вы думаете, чего тут еще бы можно было дописать из 12 шагов программы? Давайте я вам пример приведу анонимных алкоголиков. У них такая притча есть. Выхожу на кухню, гора посуды под краныш, да? Никто не помыл. Значит, что я делаю? Если я начинаю мыть, я не хочу мыть, естественно, это не моя ответственность, это не я тут заставила. Значит, если я начинаю мыть, это что? Это терпение. Я терплю всех своих близких, таких вот безответственных, и беру за них ответственность. А смирением будет что? Успокоиться, поворачиваюсь, ухожу. Вот понимаете, чем терпение отличается от смирения? Значит, если вы за ребенка несете ответственность, вы несете вообще уголовную ответственность перед государством за своего ребенка, то разве будет смирением бездействие? Нет. Это ваша ответственность за выполнение ваших обязанностей. Смиренно, конечно, без подшлепывания, без руганий, без крика на него, что ж ты такая сволочь, сам не знаешь, что туда нельзя лезть. Ему-то интересно. Понимаете, в чем будет смирение? Да, я вижу, что это так. Да, он такой. Я не понимаю, почему он туда лезет. Я не собираюсь понимать. Да, я оберегаю его чисто. Потому что это моя ответственность. Значит, я обещала вам разницу. Значит, как оно пересекается, как оно дополняет, понятно. То, что философия здесь в 12 шагах, та же философия здесь, только в другом виде и немножко расширена. Немножко таких вот понятий введено, более философских, может быть, и таких природных. Вообще, на самом деле, очень интересный эффект. Когда я это проходила, мне казалось, что это, ой, такие знания какие-то люди достигли. На самом деле, интересный эффект. Я вот, например, родителям это объясняю, на группе или индивидуально, и они приходят домой и объясняют детям. Детям, которые не умеют читать. То есть это можно дать почитать, но они вот обычно объясняют маленькие. Эти маленькие начинают сразу соблюдать. Они это усекают сразу, и я поняла, что это наши врожденные с вами знания. Это на самом деле просто врожденные знания, вынесенные теперь на схему, и теперь мы, поскольку мы не унаследовали такого как бы психологического здоровья, мы это осваиваем в программе или вот в методе. Значит, чем отличается? Когда вы своим близким говорите о 12-шаговой программе, говорите, тебе бы надо в группу сходить, тебе бы надо шаги почитать, тебе бы надо пописать шаги, они что говорят? Сама пишу. Сама пиши, это секта, отвали от меня, не пойду ни за что. И мы сталкиваемся с вами с бессилием, конечно, дальше-то не двигается ничего. Мы не можем донести, чем это хорошо. Если мы начинаем какие-то психологические, мы же можем начитаться психологической литературой, начинать такие штучки, манипулятивные или неманипулятивные применять. Вот тут мы не имеем права. Быть психологом дома мы с вами не имеем права. Психолог – это должность. Это должен быть определенный договор и ответственность. А вот развивающий диалог можно применять сразу, с первого дня, со своими близкими. Конечно, сначала поняв философию. То есть я к тебе отношусь с интересом, даже если ты уже на моих глазах таешь.
Я тебя уважаю, у тебя остаются эти права. Все, какие у тебя по праву личности есть. Я вижу тебе, в тебе личность. Вот отделить своего близкого как личность от его болезни, вот это первая задача, которую важно сделать. Я тебя люблю, безусловно, потому что я тебя родила, я тебя выбрала, я тебя полюбила. Я не ожидаю ничего. Я знаю, что болезнь тяжелая, поэтому уже ничего не ожидаю. Я только верю, что высшая сила есть у меня, у тебя, в искорку Божью, в тебе я верю. Что Бог вложил самое ценное, что у него было, искорку. И с этой искоркой уйдем на тот свет. Она, с ней ничего не сделается. Там на ней там и будет записано. На страшном суде как раз с ней будет. И я, конечно, благодарна судьбе за то, что она мне это послала в моей жизни. И смиряюсь перед тем, что есть на данный момент. И вот из этой философии начинаете разговаривать с позитивной обратной связью. Помните, здесь позитивная обратная связь. То есть я говорю что-то хорошее. Обычно, когда близкие употребления, нам очень тяжело найти, что хорошего сказать. Находите. Находите. Значит, как ты сегодня, там, не знаю, выглядишь хорошо, как ты причесался, какие у тебя глазки красивые, какие у тебя волоски. Ну, как ты, выразите любовь, да, которая... Хорошо, что ты со мной начал разговаривать, хорошо, что ты уделил мне время, в конце концов. Потому что, вы знаете, химическая смесь, она это несет все мимо. Спасибо тебе за то, что ты остановился, пришел, сел со мной, поговорил, за то, что я с тобой в контакте. И потом начинайте говорить открытыми вопросами. Конечно, по теме. Конечно, но по той теме, которая интересна сначала тому человеку, с которым вы разговариваете. Почему очень важно? Потому что, когда вы начинаете так говорить дома, обе стороны развиваются. Ведь почему диалог развивающий? Он нацелен на развитие. Развитие ваше, потому что это однозначно личностный рост. Кто вообще понял объем, да, чего тут? Это однозначно личностный рост. Это однозначно, что вы, ну, четвертый шаг уже автоматом прошли, если вот это вот сделать. И обязательно это выращивает в ту сторону, потому что вышибает из того момента, который был до сих пор. Я новая, и мой близкий другой. То есть позитивная обратная связь, открытые вопросы. Естественно, иногда говорю, чего сделать до этого. Потому что в развивающем диалоге много еще других понятий не в философии, а в инструментарии же. То есть, чего сделать конкретно. Конкретно, конечно, нужно уметь отработать чувства. Ну, кто ходил на группы по чувствам, те, наверное, знают, как это отработать. Кто не знает, но я вам всегда говорю, да, бумага есть, на ней можно. Сволочь, урод, идиот, гадина, чтоб ты сдох, все разорвали, выбросили. Если осталось, еще пишу, пишу до тех пор, пока рука пишет. Ну, либо трясусь, либо потею, либо по телефонам доверия звоню, 20 штук, и в городе можно 20 раз проговорить одно и то же. То есть успокаиваю здесь, прежде чем начинаю разговаривать. Потому что если я в чувствах, я с перекошенным лицом, у меня это видно, а наши близкие нас считывают в 5 секунд. Какая ты, с чем ты вошла, и тогда понятно, никакого интереса нет, а есть один контроль и страхи. То есть они-то нас хорошо знают, поэтому меняйтесь сами. Очень интересно, когда вы поменяетесь сами, вы увидите другие глаза. То есть они там мгновенно это считывают. И я помню, как только вот я поменяла, я уж не знаю, в результате чего там много было над собой сделано, и вдруг раз, и другая. И он на меня смотрит и понимает, что что-то не то. Вот обычная схема разговора не пойдет. Ну, я часто привожу на лекциях такой пример, когда он пришел, говорит, мам, давай курточку купим. Я видел такую курточку, прям такая хорошая курточка, я говорю, покупай. Я знаю, что он не работает, у меня нет ни копейки денег. Я говорю, покупай. И я с полной верой в него, что он ее купит. Мало того, когда мне мои бабушки, у меня там свекровь и мать была, они меня обвиняли. Ты плохая мать, ты такая сякая, раз такая, ты что делаешь? У него нет ни денег, ни на еду, ни на одежду, что ты делаешь? Я верила, что в нем вот этот стержень есть. Я говорю, неправда. Падший, брошенный, вообще... не выживет, вот все что угодно сулили. Я думаю, неправда. Вот есть этот стержень, который от меня и от них в нем есть. Он там есть. Пусть он там сейчас весь запутан, замотан, но он там есть. И я вот на него смотрю и думаю, и не только курточку, и вообще все купишь в своей жизни. Захочешь, машину купишь, захочешь вообще дом купишь, построишь. Вот чего захочешь, что и сделаешь. Я без ожиданий. Мы когда-то с мужем, помню, мечтали, что он будет на Мерседесе и в галстуке. Нифига он, и сейчас не на Мерседесе, и не в галстуке. И, видимо, никогда уже не оденет галстук. И в этом белом, да, белой рубашке. Вообще, короче, он смотрит на меня и говорит, мам, давай купим курточку. Я говорю, покупай. Он говорит, ну слушай, она такая хорошая, такая дешевая, он знает, что я там много денег не дам. Она такая длинная, она такая вот с такими кармашками, она там такая, раз такая. Вот он распевает мне. Понятно, с меня надо денег получить. Распевает мне про эту курточку, я говорю, покупай.
покупай. Замечательная курочка, я очень рада, что я такой нашел. Покупай. И я совершенно спокойна. Я не возмущаюсь, хотя я знаю, с какой целью мне это говорит. Я не, его в этот момент не ненавижу. Вот я совершенно спокойна. Я верю в том, что он справится, но не сегодня. Но справится. Он еще не ходил на группу. И он вдруг остановился, так смотрит на меня, а глаза-то вот такие вот понимающие. И он понимает, что все. Вот манипуляции закончились, и болезни закончились, и ничего сделать нельзя. Мама другая. Все. Денег не даст. Денег не даст. И вообще чего-то любит все равно, что бы я ни делал. Я тут весь утурчен из комаров, а мне тут надо, что называется, опохмелиться и денег. А она никак. Она не спасает, не контролирует, не бежит сзади. И денег нет. Вот понимаете, и что-то изменилось. Вот он личность, и я личность. И я все равно тебя люблю. Всегда, безусловно. И я верю, что Бог тебе поможет. И что Бог с тобой. Я это верю. Ну, будучи в программе, как раз и искала высшую силу, потому что у нас семья. Никто до этого в церковь не ходил. И мало кто учитывал, что он крещен. Значит, что сделать? Отработать чувства и обязательно осознать, кто я сейчас. Когда я разговариваю со своим близким, кто я. Потому что мы часто начинаем разговаривать либо из жертвы, либо из какого-то вот такого непонятного состояния. Я уже не знаю, кто я. Вот, ловите, наверное, себя на этом. Я уже не знаю, кто я вообще, какая я. У меня уже вообще осознания нет, в каком я возрасте, вообще человек я или нет. Потому что вплоть до того, что многие теряют работу даже, когда в семье такое что-то происходит. А тут надо одеть ранг большой мамы или любящей жены, или вот кто вы там, да, сестра вы, может быть. Вот я большая, я взрослая. Вот в развивающем диалоге, кто взял схемку, там написано «позиция взрослого». То есть обязательно занять позицию взрослого. Потому что нас не научили быть взрослым. Нас везде подавляют и все время из нас делают вот это вот непонятно что. Никто не, в общем, не дает ответственности. Поэтому я взрослая, я знаю, за что я отвечаю. Я большая. Если я мама, обязательно я большая, я взрослая. Я любящая. Вот осознала, одела на себя и в этом разговариваю. Чувства отработала на ключах. Знаю, кто я, и тогда даю позитивную обратную связь, задаю открытые вопросы и слушаю, очень внимательно слушаю, что отвечает. И когда ко мне приходят вот семьи химически зависимые, они говорят, он это сказал. Ну, во-первых, понятно, что он не трезвый, потому что это говорит, а другое дело, я говорю, записывайте. Это можно расшифровывать, ну, как у пьяного на языке, на трезвом уме. Можно понять, на чем дальше будет выздоравливать семья, какие тонкие моменты, на которых нужно сделать выводы. Очень интересно, когда приходят химически зависимые. Вот бывает, что придет, например, папа, мама и там сын. И сын чувствуется в нетрезвом состоянии совершенно. И папа-то там с пивом, прям не знаю как. А мама, понятно, глаза в кучу, вообще ничего не понимает, что происходит. Все в страхах. И этот сидит, даже дремлет бывает. Вот этот зависимый, это сидит, дремлет. А я-то говорю, вот что-нибудь говорю, что надо делать. И вдруг вот этот вот просыпается и говорит, вы поняли, что вам сказали? Пошли. И я иногда думаю, как он услышал? Он же тут дремал, сидел вообще никакущий. Нет. Все услышал, все понял. И пошел, ну, так как уже вот... Ну, что сделать для того, чтобы выздоравливать? Да? Что сделать для того, чтобы можно было продвинуться в семье? То есть, как только вы начнете, так это тоже будет срабатывать. Что важно? Никогда не забывать, что лепестки все едины. Что невозможно вот на этом лепестке сидеть, а остальное все потом. Вот чем отличается еще 12-шаговая программа от развивающего диалога? Вот это нужно сразу брать, а там можно постепенно посидеть на первых трех, потом прибавить четвертый, потом сделать пятый, шестой. Можно не торопясь, можно вернуться, опять сделать. А здесь нужно все вместе брать. То есть этого чуть-чуть, сколько могу. Ну, пока их 6. Я говорю, если вы 12 шагов сюда приведете, вы что-нибудь еще, наверное, напишите. Потому что это философия. Я долгое время только 4 лепестка давала. Вот эти 2 не давала. Но поскольку Елена Николаевна как автор этого цветка. Вот автор цветка это Елена Николаевна Чеснокова. Хотя философия пришла из Швеции, из общественной организации Верданди. Ну, кроме того, что древних авторов, начиная с Сократа, тоже сюда приложили. Просто это вот в единую схему сведено, Елена Николаевна. Вот учитывайте, что прежде всего личность.
Личность я и личность он, она, тот, с кем я общаюсь. И выздоровление происходит. И никуда не деться. Конечно, я буду пробовать и буду ошибаться. И я знаю, что у меня всегда есть помощь, и я всегда могу в группе себя подкорректировать. И даже если ошиблась, у меня есть право на ошибку. И ничего страшного не произошло. И я не какая-то плохая, ужасная, никакая. А я просто пока осваиваю. Вот важно это себе вот все время, да, верить в себя, в то, что я личность. Безусловно, любовь к себе. Вот я в чем вас говорю? Поставьте себя сначала на это место. Какие у меня права? Люблю ли я себя? Безусловно. Вижу, слышу, чувствую. Есть ли у меня это? Хотите, сейчас упражнение сделаем? Да, давай. Вконтакте ли вы сейчас с собой? Все чувствуют, на чем сидите? Да. Какое ощущение? Жесткие стулья. Еще что? Мягкие стулья. Замечательно. Широкий стул. Неудобный. Удобная спинка. Это вот я вконтакте с собой называется. А до того, как я спросила, сижу и сижу. Никакого контакта не было. Сейчас можно почувствовать, какая у меня обувь. Ноги затекли, пожалуйста. Нужно новую покупать уже. Нормальная. Удобная. Удобная. А есть у кого узкая? Да. Жарко. Грязная. Вот сейчас здесь, в комнате, как? Душно. Душно. А до того, как я спросила, вроде ничего, еще сидим и ничего. Это созависимость. Она позволяет выжить там, где выжить невозможно. Мы с вами очень много можем вот этот период. Почему нас так любят начальство? Потому что нам дай задание домашнее. Или там на работе дай задание. Мы тут будем не есть, не спать, ни в туалет, никуда. Мы выполним все и на лучшем образом. Мы с вами здесь сидящие в сообществе, поэтому уже осознаем свою созависимость, слава богу. И мы уже знаем, что есть сообщество. Что есть бесплатная помощь ежедневно, а то и несколько раз. И есть вот бумага, есть возможности, есть шаги, есть прописывание, вот все есть. Ищем свое, где у меня сработает. Но вот если за этим я знаю, что уже есть боль, в одиночку никак, нужен спонсор, или нужен психолог, или нужен кто-то нужен. Мало группа, возможно. Ну, психиатры, видите, если они программные, они, конечно, могут поработать. Если нет, он вам что? Таблетки. Таблетка зафиксирует, как любое психоактивное вещество, зафиксирует состояние. Оно облегчит. Вы будете спать, есть. А дальше? Что-то. Если есть возможность от боли перейти к радости, это будет очень здорово. То есть фон жизни уже становится не в страхах, в ужасах, в контроле, в боли, а уже радость, интерес, удивление, ощущение счастья, благодати. Срыв, помните, да? На чем мы срываемся? Срыв. Не быть голодным, усталым, одиноким, агрессивным. Вот если я в этот момент перенапряглась и устала. Это да. Если я в этот момент вовремя не поела, да. Там на диете сижу, еще что-нибудь. Если я чувствую свое одиночество, предположим, давно на группе не была или как-то отвлеклась. Если я в этот момент уже накопила на кого-то, угу. То вот это одно слово может меня сорвать. Значит, обязательно следить за тем, как я отдыхаю качественно, что я ем, потому что мы можем есть с вами неправильно. Чувствовать свое одиночество нам вредно, значит, нам обязательно нужно чувствовать себя частью сообщества, семьи, Божья дочка, вот все что угодно, что я чья-то. И агрессия, это не быть агрессивным, это разряжать периодически агрессию, но вот всю жизнь разряжение да? Немножко не то. Да, не быть напряженной, да, лучше, конечно, научиться вот уходить вообще от, вот, как от ведущей черты этой. Это не просто, это несколько, может быть, времени работы, но реально. Стать другой реально, изменить свой характер реально.